Во Владивостоке прошла выставка раздачи животных. Около 40 кошек и 6 собак искали себе хозяев. Мероприятие проводило волонтерское движение «Спасем жизнь» при поддержке проекта администрации Владивостока «Животные города В». Животные отдаются бесплатно по договору о гуманном обращении. По этому договору самое главное условие, точнее, как бы мы обобщающе говорим, любить, кормить, не выбрасывать. Ну, естественно, там по договору мы прописываем стерилизация обязательная, кастрация, хорошие корма, прививки, ветеринарное обслуживание. Ну и основной пункт, который мы озвучиваем всегда, это, естественно, любить. Посетители выставки знакомились с животными и забирали их домой. Всего 13 котов и один щенок обрели любящих хозяев. Мы решили взять котенка. Ну а так как у нас оба кота подобранные, мы решили также, что не покупать, а дать возможность жить хорошо маленькому, тоже подобранному. Вот поэтому пришли, узнали про то, что сегодня раздают котят и котов, и решили прийти. Вот выбрать себе котенка и выбрали вот очень такой хорошенький котик. Также на мероприятии принималась любая помощь волонтерскому движению. Желающие передавали корм, пеленки, наполнители и игрушки. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.